покинет легко, теряет равновесие и меньше всего оказывает сопротивление. Защита. Повторная атака. Блокирующие движения. Захват руки. Сгибание туловища вперед. Смотрите, как осуществляется раскручивание противника. Он разворачивается на 180 градусов, теряет равновесие, падает на живот, и в этот момент происходит его обезоруживание. Колешь удар ножом в голову, блок и повторная атака.